Всем привет! Сегодня у нас вторая часть обновления в скайбоке с пчелами. Кто не видел первую, обязательно посмотрите. Подсказку вы увидите на экранах. Ну а мы начинаем. Раньше у меня не было так много меда в первой части, чтобы я мог показать. Вот смотрите, если есть мед, там показывается, что можно нажать, вот, и исходят такие вот частицы меда. Выглядит очень красиво даже. И берем, и мы получаем 1/100. Можем вот эту вот специальную машину. И она очень красиво переделывает его в баночку с медом. Вот баночка с медом, и мы можем что-нибудь скрафтить. Например, какую-нибудь еду. Ну, кроме еды тут ничего нету. Вот 5 новых рецептов. Я не понял, почему добавили сладкое яблоко, они добавили там грушу, шоколад, ничего не добавили, а именно с медом что-то добавили. Вообще непонятно. А теперь вопрос с ульем. Вот смотрите. Вот я, у меня дерево, и тут нет улья, хоть я даже посадил цветы возле него, и нет улья. А это может быть из-за того, что у вас слишком много пчел. Ну, вот у меня вот, их слишком много, у меня просто цветов на них не хватает. Поэтому у меня не появляется, я не смогу вам это показать. Ну, у вас, если есть цветочки, и вы посадили рядом с каким-нибудь деревом, у вас должен появиться улей. У меня просто слишком много пчел, поэтому не появляется. Так, а теперь поговорим про сундуки. Я сказал то, что они теперь вмещают 12 в предыдущей серии. Но это не единственное их отличие. Ну, отличие. Нету отличий. Вот есть еще одно отличие. Вот этот вот обычный сундук вмещает вот 5. 5 всего лишь. Которые только в него заходят. Которые заходят и выходят. В него вот аж 30 помещается. Это вообще, это в автофермах очень даже сильно можно использовать. Это супер круто. Я вам сейчас это прям покажу, а вот вы смотрите, 30 и 5, разница же есть огромная. Это вообще очень круто. А тут даже у меня пчелы летают. Так, вот смотрите, вот это обычная автоферма, которую все строят, вот. По 5 всего лишь, ну вообще, не круто. А вот смотрите, это если вы построите такую дорожку, как я, смотрите, аж по 30 я собираю. Я за один сбор могу хоть 1000 морковь получить. И постоянно к автоферме бегать не надо будет. Вот, очень даже круто. Вот мне кажется, это очень, даже очень-очень сильно можно применять в постройке автоферм. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну, а теперь я скрафчу всю эту еду. Лимон. Просто мед. Сладкое яблоко. И просто бутерброд. Бутерброд был легче всего скрафтить. Всего лишь один бочонок меда. Кажется, самый легкий крафт. Так, вот я пришел, дал этим слаймикам, чтобы они меня покусали. Я вам еще отомщу, понятно? Я никому не даю себя кусать. Ладно. Теперь покушаем. Блин, неплохо так. 25 хп, кажется, восстановила. Неплохо, неплохо. Ну, нормально так. Кто любит такое? Ну, то же самое. Прямо показывать даже не надо. То же самое, все то же самое, но только вот я еще бутерброд не проверил, у него самый легкий крафт. Так, давайте кусайте. Я вас запомнил, я вас превью потом. Поняли? А, давайте. Кусайте меня. Все, хватит. Так, пробуем. То же самое. Самое лучшее это бутерброд. Так, теперь соту. Фу, даже 5 кп, кажется, не восстанавливаю. О, привет, подписчик. Вадимоша 632. Привет. Привет. Что, драться будешь? Так, теперь время мстить. Я вам сейчас отомщу. Так. И тебе тоже. Последний. Все, я отомстил. Так, ну идем дальше. Сажаю цветочки. Мне кажется, у меня опять ничего не получится, потому что у меня ну, слишком много пчел. Чем больше я цветов сажаю, чем больше у меня в других ульях, а тут еще нет. Может, есть какой-то предел? Я еще это обновление так сильно не понял. Так, вот наступила ночь, у меня выросли цветы. Но никакого улья я не вижу. Очень долго мне пришлось записывать. Так, смотрите, я этой ночью просто походил и заметил вот такую вот штуку. Пчелка хочет у меня аквамарин продать мне. Вот это класс. Нет, серьезно, хочет мне продать аквамарин. Смотрите. Вообще, да, прикольно. Эх, улья до сих пор нет. Очень жаль. Я не смогу вам это показать. Но надеюсь, у вас все получилось.
На этом мы будем заканчивать наш ролик. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что тут очень много интересного про Roblox. Надеюсь, что у вас все получилось. Всем пока-пока!